все на видео. Что вы делаете? Отпустите, пожалуйста, ребенка. Нет, я не пущу ребенка. Так. Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете. Уйди. Я сказала, нет. Что делаете, блядь? Бери руки, сейчас я тебя побью. Да. Ребенка отпустите, я сказала. Я не... Да отойди. Нет. Вы что делаете? Вы вообще с ума сходите? Что это беспредел, полицейский? Что руки ты распускаешь свои? Что это за беспредел? Что делаете, блядь? Вы охуели, что ли, блядь? Слушай, успокойтесь. Вы что делаете? Отпустите ребенка. Вообще, что ли? Уйдите! Помогите! Спасите! Нет! Помогите! Помогите! Я сказала, нет, я... Девушка, выйдите из машины. Нет, я сказала, я ребенка не отпущу. Что выйдите делать? Из машины. Вы меня швырнули, это просто беспредел. Помогите! Я просто... Отчего? Ну что вы делаете? Вы сумасшедшие! Помогите, пожалуйста, ребят, ну ребенка. Они просто увезут его. Знакомый мой. Отпустите, пожалуйста, помогите его. Мы не знаем, что делать. Я знакомая его. Вы можете, пожалуйста, оставить ребенка? Отойдите. Я знакомая ребенка. Отойдите. Ну, что, скажите, что делать? Отойдите. Нет, я сказала, я проеду с вами. Как я неадекватно? Вы меня швыряли. Я вас не швыряла, отойдите, пожалуйста. Я сказал, я знакомый ребенка. Да подождите вы, блин. Руку женщину берите. Я говорю, ребенка отойдите. Я знакомая ребенка, вы слышите меня? Я сказал, что творится-то? Я знакомая, давайте отойдите. Поговорим. Я ну, нормально, подойдите, разговаривайте. Да я же нормальный, это будет. Отойдите от меня. Да подожди, ты можешь меня послушать? Да знакомая я, блядь. Что вы делаете? Что вы делаете? Да, ты охуел, что ли? Я сказал, я знакомая, давайте поговорим нормально. Что вы делаете? Я знакомая ребенка, давайте поговорим. Что, назвать имя его или что? Соседка я его. А ты соседка? Ну? Нужны родители. Я с родителями свяжусь сейчас, давайте поговорим. Вот дверь закрой. Нет, давайте поговорим, я свяжусь. Я говорю, дверь закрой с той стороны. Я говорю, давайте поговорим. На каком основании ребенка забираете? Можете я другого номера, если что? Чего? Можете представить, что на каком основании ребенка забираете? Ну что? Сейчас проходит мероприятие. В связи. Я его соседка. Какое мероприятие? Да еще что соседка, я не пойму. Я говорю, я свяжусь с родителями. Ну вот связь с родителями. Я же не знаю, куда вы его везете. Дверь закрой. Нет, я не отпущу, просто так ребенка. Да? Непонятно, да? Куда вы его везете? Скажите, чтобы родителям передала. ОВД Арбат. Кривоарбат, Кипрюк, дом 14. Дайте я. Можете представиться, объяснить, на каком основании вы ребенка забираете? Что? Молодой человек, который был за девушку. Я не говорю, потому что я знаю, что я не знаю, как это. Я не знала. Что, друг? Как тебя зовут? Скажи мне фамилию. Оскар, я тебе помогу, подожди, не бойся, хорошо? Ты слышишь меня? Представьтесь, пожалуйста. Они не представляются, они только шурят женщин. Вроде я обязана представляться, нет? Представьтесь, пожалуйста. Сидите. Не дерись, пожалуйста. Ну вы ребенка доводите до истерики, что творите? Не хочу! Вы не имеете права меня трогать! Вы ребенка до чего доводите? Это вы его доводите. В смысле я его довожу? Вы что?